Привет всем! Бегу в магазин. Решила таки вернуться на YouTube. Настроение прекрасное. У нас сегодня где-то 33 градуса. Очень жарко. Я в такой майке, но штаны на мне длинные. Вот покажу. Потому что ходить здесь весело. Постоянно останавливаются машины, пипикают. Даже сигналят очень громко. Вот, сегодня у нас стреляли газету в штате Мэриленд. Погибло 4, по некоторым источникам 5 людей. Это месть. Газета напечатала что-то неправильно, как считает преступник, о том, что он якобы преследовал или нападал какую-то там женщину. Ему присудили, по-моему, 3 месяца, он решил отомстить таким образом через пару лет, насколько я поняла. Ну вот так вот, и опять заговорили о количестве оружия. На самом деле, конечно, это не весело, но тем не менее я себя здесь чувствую в большей безопасности, чем если бы я была на Украине. Поворачиваю камеру, вот я бегу этой улицей. Тихая, спокойная улица, такая домашняя, очень зеленая. Там впереди ехал мужчина на инвалидной коляске, совершенно беспрепятственно. Вот он ехал по дороге. Сейчас, если я его догоню, то его поснимаю. Там, по-моему, он впереди. Вот, что я начиталась по Украине. Это, конечно, кошмар. Опять расстроилась, крыша едет. Ну, просто что-то невероятное. Ходят опять с этими факелами сепаратистов на кол, хотят посадить. Какая-то такая фигня вообще творится. Какие-то опять нацики повылазили. Этот Порошенко, это вранье. СБУ врет, Порошенко врет. Ой, кошмар. Просто такое отвращение. Я на Facebook делаю эти посты. Не знаю, нужно как-то уходить от этого, потому что, в принципе, жизнь прекрасна. Завтра мы собираемся на океан. Я бегу себе купить какие-то шлюпки резиновые, симпатичные. На летний сезон я уже немножко запаслась, сделала себе покупки. Вообще ходить вот так вот, гулять по городу — одно удовольствие. Скоро, не знаю, возможно, после Ocean City пойду в бассейн. Он уже открыт, городской бассейн. Сейчас я вот добегу до дороги. Я хочу показать, как здесь шикарно ремонтируются дороги. Я даже этого не ожидала. Вот полоса, и дальше будет полоса пересекать. Это просто фантастика. Это они сделали за один сезон. Я вот думаю, сколько бабла сюда ввалили, потому что дорога просто как маслом помазанная, ровненькая, ни одной выбоины. Красивая разметка. Разметка, как говорит мой муж, все время меня поправляет. А у меня еще эти украинские слова в перемешку. Вот, как-то так. Я все больше привыкаю к Америке. Не хочу я возвращаться в Украину. Просто очень не хочу. Здесь есть, конечно, свои сложности и проблемы, но вот даже если я иду в магазин, у меня все время повышается настроение. Вот сейчас буду переходить через дорогу, и мне будут все уступать. Я уже машинам говорю, чтобы ехали. Потому что мне неудобно, если машина первая подъехала, она все равно пропускает. Вот так вот. Встречаемся на YouTube. Я уже сама соскучилась, давно ничего не делала. Потому что все время какие-то заботы, проблемы. Все, желаю вам оптимизма. Пусть все исполнится. Все, всем пока.